Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему». І знову я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Приводом для цієї зустрічі став прекрасний захід – 20-й ювілейний всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена», який днями відбувся на Південних Теренах. Сьогодні до студії завітали володарі гран-прі – представники Миколаївського міського молодіжного народного театру «Стук», Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв та Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, засновник та художній керівник театру Артем Свистун, а також учасники Олександра Количко та Євген Блюменфельд. Я вас вітаю в нашій студії, рада вас бачити і вітаю з перемогою. Насправді, велика така, знаєте, подія відбулася і в житті Миколаївщини в цілому, і я так розумію, в житті вашого колективу. Між тим, ще одна така репліка від мене, далі за вами. Миколаївщина поступово просто перетворюється на театральну столицю України. Тільки завершились «Південні маски», і знову фестиваль, і знову вся увага України прикута до нашого міста. Артем, як ви вважаєте, що відбувається? Чому саме Миколаївщина ось так на наші терени просто захоплюють увагу всієї України? Ну, спасибо, що пригласили. І дійсно, це ярке событие не тільки в житті нашої області, але й країни. Миколаїв еще славится другими фестивалями, и фестиваль профессионального театрального искусства – это «Homo Ludens», «Человек играющий», да, который тоже состоится осенью в этом году, уже 9-й фестиваль. Вот. Ну, поистине, Николаевщина – колыбель, да, театрального искусства, корифеев театра. Да. Может быть, поэтому наша земля, она очень приятная, она очень плодотворная, благодатная для событий. И вот, как многие коллективы, как вы заметили, «Южные маски», которые завершили свой этап, и театр «Стук», вот всегда он принимает участие как вне конкурсные показы. А здесь получилась возможность поучаствовать на всеукраинском уровне, показать спектакль, который мы недавно презентовали, в джазе «Не только девушки». Вот. Но мы не ожидали такой реакции, реакции зрителей, и Николаевщина поистине действительно получила заслуженно гран-при. Коллектив – это коллективная работа театралов, и я хочу отметить именно работу нашего областного научно-методического центра, потому что, поверьте, такое количество участников собрать, и параллельно проходили несколько других фестивалей, фестиваль чтецов, декламаторов, которые показали юмористические хорошие работы, фестиваль хоровых коллективов, авторской песни, и это очень сложная работа организаторов собрать вот в таких условиях, да, и собрать всю Украину практически. Это очень приятно, что наш научно-методический центр работает на высшем профессиональном уровне. Управление культуры и областной центр народного творчества, и вот этой работы, конечно же, провел грандиозную, масштабную работу, и, дорогие друзья, можно много говорить, но лучше посмотреть. Сюжет именно с мероприятия дальше. Протягом цілого тижня з 23 по 30 червня маленьке південне містечко Очаків перетворилося на епіцентр театрального життя України. Адже саме у концертному залі санаторію Очаків, що на самому узбережжі Чорного моря, свою творчість представили 48 учасників з 15 областей України. Головна мета заходу – встановлення творчих зв'язків миколаївських театрів з аматорськими колективами країни, обміну досвідом, популяризації театрального мистецтва. Організатори 20-го ювілейного фестивалю, а ними виступили Міністерство культури і туризму України, Управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації, Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи вирішили присвятити його родинним традиціям українців. Тема – кохання, сватання, весілля. В цьому році, ви знаєте, як ніколи, ми переживали, що не буде багато у нас конкурсантів і виконавців, але люди, ви знаєте, кожен не знає, що буде на слідуючий рік, і ми сьогодні заживемо всі сьогоднішнім днем. Якщо у нас є можливість, ми обов'язково приїдемо. Нам дуже було приємно, що дійсно на сьогодні Україна творить і продовжує творити. У ході фестивалю відбувались конкурсні перегляди різних за жанром вистав, прослуховування читців-гумористів, працювали творчі лабораторії з акторської, сценічної, режисерської майстерностей. Загалом конкурсна програма складалась з двох творів, один з яких – гуморески Павла Глазового. Виступи конкурсантів ретельно відстежувало почесне журі, до складу якого війшли кращі працівники культури області. Дуже добре показуються колективи западних
регионов Украины. Меня радует, что наш Николаевский край тоже растет. Ну, вообще, скажем так, этот фестиваль посвящен больше дружбе. Они приезжают сюда к нам, мы едем к ним, мы учимся дружить. І ось настав найбажаніший момент. Журі оголошує переможців, чиї імена назавжди увійдуть в історію. Володарями гран-при 20-го всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва від Гіпаніса до Борисфена стали 5 учасників з Львівської, Херсонської, Одеської, Полтавської та Миколаївської областей. Інші ж повезли додому пам'ятні подарунки та багато приємних вражень. Ми приїхали з Полтави, ми на цьому фестивалі вже вчетверте. І дуже приємно, що вже другий рік поспіль ми отримуємо гран-при. Приємно, коли і море, і сонце, і творчість, і театр, і те, що фестиваль живе вже 20 років, мабуть, це говорить про його дійсно таку значущу силу. Знову такі бурхливі емоції, да, накатують безумовно, тому що мені здається, ось так ось просто там перебувати і не відчувати оту насичену емоціями атмосферу неможливо. Між тим, я була лише один день, ви там були тиждень. Євгене, ваші ось враження сьогодні, коли ви вже переможці, ви вже увійшли в історію, да? Між тим, сьогодні можна оцінити роботу оцього форуму в цілому. Ну, вы знаете, на самом деле это очень много было эмоций, и они были очень разные, потому что действительно на самом деле коллективы показывали абсолютно разные номера, разные моменты, да, вот эти вот все творческие, и всегда крутилась одна и та же мысль, а вот как будет у нас? Не хуже ли, да? Да, как будет у нас? Очень много было переживаний по поводу того, чтобы быть хотя бы на уровне. Вот, но в итоге получилось вот как оно получилось. Стали лучшими, да? Да, да? Кто, на ваш взгляд, тоже был достоин внимания особенного, потому что когда конкурсанты отслеживают работу коллег, там очень, так знаете, четко отслеживается буквально каждый момент, эпизод, удачные какие-то реплики или находки режиссерские. Ну, знаете, я скажу так, что действительно надо отдать должное жюри, потому что жюри, оно было как никогда объективно, и действительно они дали отличные оценки, и мне кажется, что все оценки жюри, они были действительно правильные. Артем, вы знаете, вот второй раз в нашем эфире я уже слышу, что Николаевская жюри самая честная жюри в мире. На Южных Масках то же самое. Абсолютно верно, потому что действительно у нас люди оценивают не какие-то рейтинги, какие-то спросы, а тут творчество, и коллективы приезжают не ради каких-то номинаций, а ради того, чтобы повариться, пообщаться, получить вот этот заряд энергии и услышать профессиональную критику. Поверьте, у нас настолько профессионально, толерантно, очень четко, очень красиво оценивают наше жюри, и самое главное, что по всем жанрам, по всем направлениям. И наши театралы, они самые лучшие. Я уверена в этом, и, честно говоря, даже не сомневалась, что Николаев привезет гран-при или оставит у себя, да? Да. Александра, ваше впечатление, вот сегодня, в принципе, уже можно выдохнуть, да? Уже можно отдохнуть, собственно говоря, лето, все уже, отпуска, каникулы. Между тем, мысль, наверное, все равно вот цепляется где-то за какие-то моменты яркие самые. Яркие моменты? Ну, изначально это просто атмосфера. Просто все было настолько по-доброму, все было так легко. Неужели не чувствовалось конкуренции? Вот этого плеча или локтя? Нет, абсолютно. У всех детей настолько глаза горят. Ну, видно, что они занимаются любимым делом. Это замечательно. Просто. Нам было трудно, и по-особенному это было выступление, потому что это было в последний раз. У каждого в голове было это осознание, что мы сейчас работаем именно этот спектакль в последний раз, и все выложились просто на 100. Что-то я вообще ничего не понимаю. Тогда почему в последний раз? Почему? Ну, потому что, скорее всего, именно этим составом в этом спектакле мы работать не будем. Это были прощальные гастроли. Это не было участие, да, в фестивале. Жалко. Почему?
Ну, знаете, как любой коллектив, у нас мы взяли вот большое полотно и спектакль Питера Стоуна, да, по пьесе «В джазе не только девушки». Uh-huh. «В джазе только девушки» мы поставили спектакль, он, ну, состав артистов 35 человек. Поверьте, очень сложно объединять аматоров, любителей, и в любом коллективе есть понятие, как текучесть кадров, да. Это связано не от стабильности работы коллектива, а от того, что... Жизнь. И кто-то выпускается, кто-то заканчивает университеты, школы, поступает и покидает город Николаев, уезжает, но они рады возвращаться в коллектив спустя уже время. И поэтому проекты, они рождаются, они создаются и входят в историю. Вот, к сожалению, этот проект у нас вот на фестивале, мы его как бы ввели в историю этого проекта. Ну, я думаю, что осенью появится новый проект, и жители Николаева мы удивим. Конечно же, я могу так же, как и Евгений, выдохнуть, потому что я напряглась, неужели стук заканчивает свое существование. Это... Ясно. И вы знаете, как раз в творческих коллективах, когда происходит вот такое вот вливание, так сказать, новой крови, да, это обозначает, что это новое будет открытие, новые имена, новые звездочки. Ну а за вами, конечно же, уже покорение столичной сцены. В джазе не только девушки были представлены это произведение. В чем изюмина была? Почему не только девушки? Ну, молодежный театр, да, студенческий. Он должен, вот как театр «Стук», всегда поражал своим подбором материала. И чем бы николаевского зрителя хотелось бы удивить? Удивили мы классикой, да, и взяли очень тяжелый материал. Как говорят, не замахнуться ли нам на Вильяма Шекспира, мы замахнулись, да. Вот. И Виктор Мозговой, наш режиссер-постановщик, мы объединились и создали такой проект. Я являлся художественным руководителем проекта, Виктор Леонидович стал режиссером-постановщиком, и Светлана Шапран, наша студентка-выпускница Николаевского университета культуры и искусств, мы решили объединить этот проект и создать вот тот ансамбль, который получился, да. Был подбор артистов, не всегда попадали в роли, кто-то уходил, и в процессе, в течение года, вот на день, Международный день джаза, мы реализовали этот проект. Я думаю, что в наше очень смутное, тяжелое время комедия, которая получилась, она была легкая, она была с юмором, она погружала зрителя вот в эту атмосферу праздника. Давайте нашего зрителя погрузим в эту атмосферу, потому что у нас есть подборка таких вот, нарезочка такая из спектакля непосредственно, для того, чтобы действительно почувствовать, прочувствоваться вот той атмосферой, которая царила именно и на фестивале, и вообще, вот чем гордится «Стук». Давайте смотреть. Минутку, ты что, хочешь спустить недельную зарплату на зуб? Всего лишь на пломбу, причем не на золотую. Причем не на золотую? Так, послушай меня. Мы должны 80 долларов МО. Прачечная подает на нас в суд. Плюс, все эти девочки в долг больше не дадут, ты понял? Ты прав. Завтра мы заплатим всем по счетам. А вот и мы. Мы из агентства Полякова. Да, мы новенькие. Новенькие? Да. Это наш менеджер Битстер, а я Милашка Сью, а это наши девочки. Саксофон и контрабас. Рад, рад, очень рад. Пошли нам жить. Вы нам тоже. Девочки, а где вы играли раньше? И тут, и там, и сям. А вообще-то мы 3 года учились музыке в консерватории Шибойгана. А вы новый контрабас и саксофон, да? Да, меня зовут Дафна, а это Джон. Сефина. Очень приятно. А я Душечка. А, Душечка! Вообще, мое настоящее имя Дана Ковальчик. А я Благополячка? Да, да. Ой, знаете, вообще у меня вся семья музыкальная. Мама пела в хоре, а папа подзвучивал мелкие оркестры. А да, и где он их подзвучивал? В Балтиморе я играю. А я играю на укулеле и пою. Ну, голос у меня, конечно, слабенький, но и оркестр в някте какой. Я Осгуд Филдинг III. А Золушка II. Позвольте? А, конечно. Меня всегда примечали девушки со стройной лодыжкой. Меня тоже. Прощайте. Что значит прощайте? Позвольте хотя бы один инструмент.
Вы очень любезны. Я рад, что появилось много молодой крови. Да, у меня такая группа. Меня всегда привлекал шоу-бизнес. Неужели? Да, вообще-то это моей семье стоило немало денег. Ах, вы финансировали шоу. Девушек, я был женат 7 или 8 раз. Вы не уверены? Ну, счет ведет моя мама. Вы знаете, по четвергам я здесь совершенно теряюсь. Да, почему? У экипажа выходной. Выходной? Значит, мы здесь совсем одни? О, совершенно. Знаете, я еще никогда не была ночью наедине с мужчиной. Посреди океана. А, в этом смысле. Но, вы знаете, нам ничего не грозит. Мы на якоре. Корабль стоит в бухте. И если вдруг где-нибудь вдали появится айсберг... ...то нам непременно об этом сообщит береговая охрана. Дело не в айсберге. Я имела в виду, что почти каждый мужчина попробовал воспользоваться ситуацией. Что вы, явно мне льстите. Все дело в том, что я... безопасен. Безопасен? А что вы имеете в виду? Ну, все дело в том, что... Я не знаю, как вам правильно сказать. У меня проблемы с девушками. Какая? Когда я с девушкой, то... совершенно ничего не чувствую. Боже, знаете, вы должны попробовать еще раз. Прошу вас, ну, не сопротивляйтесь. Ну, это как курить, не затягиваясь. Ну, так затянитесь. Живі емоції на сцені, живі емоції у нас у студії. Насправді, кожного разу таке враження, що переживаєш знову, да, коли бачиш свою роботу, по суті справи. Але ви знаєте, коли я дивилася цю виставу, я здивувалася, що, по-перше, дійсно не побоялися замахнутися на класику. Молоді актори, аматори, да, сьогодні ми говоримо про аматорську творчість. Євгене, з чого починалася робота над роллю? Тому що ці ролі знані. Ну, вы знаете, я могу сказать так, что как бы время идет, и все меняется, да, и как бы если фильм показывает нам 20-е годы, да, то нам, в принципе, у нас была задача немножечко сделать его более понятным зрителю современным. Адаптировать, да, да, для нашего зрителя. Да, адаптировать под наше время, как бы идти в ногу со временем, да, и из-за этого, наверное, я сейчас дам небольшой спойлер, но так. Из-за этого мы не смотрели фильм, а пытались найти что-то свое, подать как-то по-новому. И вот, наверное, поэтому получилось... Я думаю, что не пересматривали, ведь, в принципе, ну, да, же да, знаете. Да, да, в принципе, работу, как да? бы, да, конечно, знаем, но не пересматривать, чтобы, ну, специально на каком-то подсознательном уровне не выделять для себя определенные моменты, да, которые можно было бы взять. Мы искали что-то новое, ну и вот оно получилось. Получилось, и получилось классно, и для вас вот лично, что вот эта роль значила? Потому что это серьезная заявка, и в общем, как бы ступень это уже вами взят, этот уровень. Ну, вы знаете, я могу сказать, что для меня это в первую очередь, конечно, огромный-огромный опыт. И это опыт работы и с профессиональными актерами, это опыт работы с режиссерами, это опыт работы в большом дружном коллективе. Коллективе, и да, это на самом деле действительно очень здорово. Классно. Есть какая-то роль, о которой думаете сейчас? Действительно, хотелось бы следующий горизонт покорить, какая-то сложная работа. Ну, наверное, это будет что-нибудь из классики. Пока для себя еще не определился, но хочется, конечно, куда-нибудь повыше в классе. Да, я думаю, получится. Артем, как готовили их? Вот на что вы ориентировали? Потому что здесь режиссерская работа, вот просто она чувствуется, прослеживается фоном, несмотря на то, что вы на сцене были, однако вот ваше видение, ваша душа. Ну, прежде всего, я как художественный руководитель, и я хочу сказать, что подбор артиста и актера,
исполнителя роли, это все, прежде всего зависит от психофизических данных человека. И когда мы подбирали артистов, мы не устраивали кастингов специальных, мы просто, я позвонил: Женя, а вот не хочешь попробоваться на роль, вот я бы хотел тебя пригласить, вот, или Саша, вот нужно как бы вот душечка, но не можем найти, но вот хотелось бы создать этот образ. И настолько собрался вот этот тандем, и каждый исполнитель, он тоже был режиссером, потому что каждый вносил вот свою лепту в этот спектакль, он, каждое зернышко мы собирали, вот Саша, к примеру, приходила, Виктор Леонидович, вот давайте попробуем сделать вот так вот, или изменим мизансцену, и создавался этот общий процесс. Естественно, я был на сцене, и мне сложно было как бы смотреть это со стороны, поэтому мы в тандеме с Виктором Леонидовичем сидели в зале, смотрели со стороны, вкрапляли какие-то вот как элементы там «Титаник», да, или что-то еще, чтобы немножко добавить это в действие, чтобы более жизненно, органично стало, и в результате получился вот этот продукт. После премьеры мы еще тоже дорабатывали, потому что этот организм, который вот 30-го мы выпустили спектакль, потом мы доработали несколько сцен, и потом в следующем мы представили на «Южных масках», на «Гипанисе», и получился вот этот. Представляете, мне казалось, что вот представили уже финал, все, спектакль уже живет вот в своей вот этой форме, оказывается, каждый раз что-то новенькое. Каждый день работа, да, каждый день создается новое, и спектакль, он каждый день абсолютно разный. Реакция публики во многом зависит, да, мы очень часто ждем какой-то реакции, вот сейчас в этот момент она не происходит, а в тех других сценах, когда мы абсолютно не ожидали реакции зала, они чувствуют, это очень приятно, это очень интересно. Сопереживание, да. Вот эта жизнь здесь, на сцене и за сценой, и когда вот идет вот это сливание, да, и жизнь вот в одном направлении или видении, это успех. По сути дела, ради этого все и происходит. Сашенька, сложная была для вас задача, поставленная режиссером, потому что роль, которую сыграла несравненная Мерлин Монро, подать по-своему, это задача из задач. Потому что в джазе только девушки, конечно же, все роли, они по-своему значимы, но роль душечки, как все происходило, с чего начинали, на что ставили? У меня была совершенно другая история, не так, как у ребят. Мне пришлось посмотреть еще раз другим глазом, обращая моменты на какие-то мелочи, потому что ребята довольно долго работали над этим спектаклем, а я пришла за месяц до премьеры. И как бы мне за месяц нужно было выучить слова, мне нужно было войти в образ, понять характер. Но, если честно, у нас характер менялся. Вот три спектакля, вот у нас с Женей совершенно разные характеры были. Первый такой чуть-чуть на страхе, на панике, потому что это премьера, неизвестно, как все пойдет. Второй мы пытались, были неудобные моменты, мы пытались что-то поменять. И третий, мне кажется, было идеально. Молодцы. Это было то, что должно было быть. Так, роль душечки с точки зрения вашей, вот именно, вы уже прожили по-своему ее, да? Роль из кино, вот этой вот, из киноварианта, это одна, а когда уже переживается вот театральная роль, это совершенно другое. Вот вы сегодня нам об этом сказали, в принципе, но ваше видение, ваше чувствование, душечка, какая все-таки она? Ну... Душечка, она такая легкая. Первое ее появление, вот знакомство, как зритель ее, мне казалось, должен видеть. Она такая что-то рассказывает, в принципе, даже особо не думает, ну, что в голове есть, то и есть. Развитие образа дальше, ну, я думаю, просто надо смотреть. Правда. Чувственность, потому что вы сумели вот передать эту чувственность, правда? И, наверное, какой-то вот внутренний излом происходит в судьбе этой героини, и это тоже было представлено на сцене, и вы смогли это взять. Конечно же, хочу и вам задать вопрос, что дальше? Что дальше? Работа. Работа. Три точки, да? Артём, что дальше? Ну, я могу уже приоткрыть карты. Да. Это будет юбилейный 15-й театральный сезон. И в завершении театрального сезона 14-15 апреля это будет большой в двух действиях спектакль, пронизанный со всеми отрывками спектакля, который ставил театр «Стук» за 15 лет. Вот. Ассорти такое, да? Ассорти, да, абсолютно, да. И хотелось бы собрать ребят, которые уже выпустились, которые уже уехали, которые работают в этом направлении. Но из серьезных вещей хотелось сказать, что у нас есть один проект мюзикла, который тоже будет поставлен ближе к Новому году. И Виктор Леонидович Мозговой заявил желание поставить Маяковского «Клоп».
класс. Вот это произведение, вот это которое актуально и сейчас, и это вот наши перспективы и планы на будущее. Итог истории повторяется, и действительно Маяковский нынче, можно сказать, пророк в какой-то форме, да? Да. Я очень рада, что вы сегодня были у нас, что вы поделились своими эмоциями, своими впечатлениями, что Николаевщина живет, знаете, такими творческими и традициями, и новаторством. Вот в данном случае вы представляете уже новаторство. И дай бог, чтобы все произошло, случилось, и чтобы гран-при, вот это нынешнее, да, это было очередное благословение на следующие находки, открытия. Спасибо большое. Спасибо. И удачи. Спасибо вам. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я Нелі Толмач. Вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.